Продолжаем тему. Что, о чем мы говорили? Начните тему, я продолжу. Зачем? Спасибо. Сегодня так. Как больно. Я что-то рассказывала, меня даже никто не слушал. Точно. Нифига себе, как все. Я даже забыла, что мне к стоматологу. Зачем вы мне напомнить? Я только забыла. Тема была... Тема была про путешествия. Где кто был, как, что, когда. А, вот. Я говорил, что есть швейцарские и французские Альпы. И австрийские. Мы хотели на Новый год поехать во Францию, в Альпы. Но, как думаете? Мне кажется... Коронавирус. Именно о нём. У нас со 2 ноября. Да. Будем ждать, пока я проживу. Это Надя в пустыне, напомните меня? Да, давайте. Мясной сникерс не говоришь? Нет. Да, кстати, он предварительно был. Фигня, это ваш коронавирус. Коровий вирус. Мы птичьи и свиной пережили, это переживем. Да, правда. Короче, со 2 ноября у нас закрываются опять все кафешки, все рестораны. Что еще? Короче, все.
опять маленькие магазины, всякие кинотеатры, что еще, отели все закрываются. Это в Германии. Россия в этот момент. Открываем все. О чем речь? О том, что в Германии пошла третья волна коронавируса, и люди все закрывают со 2 ноября. Блин. Знаете, на самом деле у нас прям жестко полки пустые. Вот в первый раз. Я не знаю, когда была вторая, это тоже мне непонятно, но это третья. У нас прям просто неделями пустые полки. Прям они пустые, нету чая, нету всяких там дрожжей, нету ничего, нету муки, нету ничего, просто ничего. И чё, как живете? Как живем? Живем нормально. Как-то выживаем. Знаете, берем вот газетку. Газетку вот так тык-тык-тык-тык-тык и размягчаем. Нормально. Питаемся. Травой. Растет же еще. Вот там листья падают, там желуди. Подножным. Правильно, пора ходить по соседям. Все супермаркеты давно переехали к ним домой. Точно. Мне кажется, у людей какие-то бункеры. И они в эти бункеры просто затариваются, как да вот так, до потолка. Мне 17. Потому что нафига. Все равно, да, 17. Никто такого не говорил, что не будет продукции в магазины. Просто каждый раз привозили продукцию. Всегда. Точно так же, как и было. Всегда все привозили точно так же. Мы же не живем в каком-то там, блин, первом 20 веке. Главное не забыть обменную валюту в виде дробовика. Обменную. Ажиотаж, кто-то на этом деньги делает. У меня знакомый был, который реально бункер построил и прятался там от конца света в каком-то году. В 2012-м, наверное. В 2012-м же передавали прям везде по этим, по новостям, что все. Мы умираем. До сих пор там сидит. Ну и пусть сидит. Я учусь. Прикол, он сейчас вылезет, а тут такое. Он подумает, ну нафиг. И обратно залезет. Мы его оповестили, он вышел. Школа, колледж. Что там между школой, колледжем и универом? Вот думайте, как хотите. Я не знаю, как какая-то система. Сложно. У меня вот тут были красивые блесточки. Куда они делись? Вот же они. Какая информация сейчас была. Прикол. Лучше бы там и сидела. Хобби, увлечения есть. Хобби и увлечений нет. Все идет через дом, который мы гитарами. Спрятали за красивыми глазками. У меня сегодня такой прикольный макияж был. Вот так везде вот так блестело. Вот тут. Я хочу показать вот этот красивый вот. Вот видите, вот. Вот тут. Вот тут. Вообще вот тут вот тоже вот было. Вот тут. Здравствуйте, это я. Подождите, у меня был... О. Убирается.
Обзор макияжа. Ну, почему? Я что, виновата, что меня только... Что меня девушки не смотрят? Вот. Приходится показывать, кто смотрит. Да, и между этих у меня вылез вот тут прям посередине. Я стала этой... Я стала годкой. Обзор остатков. Сколько родинок. Давайте будем считать мои родинки. Я еще никогда это не делала. Вот один, два, три. Подождите, я не понимаю, где родинки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот тут не забудем 14. Вот тут вот где-то 15, 16, где-то 17. Короче. Все, что в магазине осталось, банально, конечно, но глаза красивые. Опять их больше 40 точно. Блин, на самом деле, нужно, правда, посчитать свои родинки хотя бы на лице. Но я не могу еще плюс к шее. Да, у меня даже есть на ухе где-то. И вот. И... Вот. Подождите, где-то вот на пальчике еще есть. Вот тут вот есть. Где еще? А еще я даже покажу. Ой, тут нет. Жесть. Сейчас, погодите. Нужно носочек снять. У меня на руке точно такая же. Смотрите. Вот это вот. Блин. Вот. На ножке, прям посередине. Очень интересно, да? У меня на руке точно такая же. Подождите, подождите, где на руке? Какую именно вы имеете в виду? Включается индийская музыка. Сестра! Девочка родинка. Да, их у меня много. И тоже не знаю, хорошо это или плохо. Ну, точнее, так. Я не знаю, как я буду выглядеть без родинок, но мне кажется, это выглядит намного лучше, чем с родинками. Тут. Тут у меня их много. Тут. 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 Так, 157, 166. Это правое. Это левое. Ну, как бы часы на левой руке носят. Да какая именно, я не понимаю. Это не родинка, это что-то красненькое, которое у меня уже тоже всю мою жизнь. А, вот, на левой, значит. Вот это. Посерединке, вот это. Я ничего не понимаю. У меня коленочки заболели. Ну, у меня такая же направо. Сейчас мозг ломается. Да, не говорите. Мозг сломается. На вот этой. Вот этой. Можно вот этой. Можно этой. Крупнее немного. У меня... Что? У меня есть прямо одна темная родинка. Вот тут на руке где-то. Короче, у меня все просто родинки такие есть. У меня что-то скажите, вот у меня вот такая есть. Нет, хотя не все, подождите, нет. Одна в семье. Нет, сестра еще есть тоже. Старшая сестра есть еще.
Ну, если вы ее увидите, вы бы не сказали, что она моя старшая сестра. Глаза голубые. У меня в семье только голубые глаза. Мама, папа, я, сестра. Точнее, мои племянницы прям темные, темные карие. Прям такие, как бусинки. В форме сердца Роненька есть. Как мило. Würdest du für Geld ein Nacktshooting machen? Was heißt Nacktshooting? Komplett nackt? Nee, würde ich nicht machen. Nee, glaub nicht. Also kommt drauf an, wenn ich in dieser Sphäre arbeite und schon mehrere Jahre lang da bin und irgendwie alles, dann könnte ich irgendwie noch überlegen, aber jetzt so aus nichts, nö, würde ich nicht machen. Komplett nackt, aber ästhetisch. Ich glaube nicht. Ist jetzt nicht so mein Ding, so. Ich meine, ich mache zwar Fotoshootings, aber nicht nackt, deswegen, nee. Этот русскоязычная комьюнити. Ну, понеслось немецкое кино. Только без крика. Субтитры нужны. Субтитры. Он спросил. Снялась бы я за деньги в обнаженной, типа сделала бы обнаженной я в обнаженную фотосессию за деньги. На что я ответила, что если бы я работала какой-нибудь там моделью много лет и такое, тогда бы, может, и подумала, я сказала. А он спросил сейчас, и я сказала, что сейчас 100% нет. У меня свет прям мне тут в глаза светит. Вот, можно я его выключу? Думаю, никто против не будет, да? Нет. Не сестра напевала, сестра дома. Что бывает, скажи ему, устроим тут сейчас. Мне кажется, он вышел. Надеюсь на это. Чё, у меня живот болит? Я надеюсь, вы это не слышите? Блин, Т9. Ещё болят руки. Кого слышно? Мой живот. Тут тоже хочет разговаривать. То его бедолагу не берем в эту. Тату пирсинг есть? Нет, только уши проколоты и все. На весу держишь телефон, потому что, наверное. Нет, у меня в основном немного проблемы вот тут с суставами в руках и с коленками. Я не знаю, с чем это связано и как что с этим делать, но без понятия. Пройдет. Да пройдет-то пройдет, но сейчас-то больно. Молодая, еще растешь. Куда еще расти-то? Я со своим ростом очень сильно довольна. Мне не нужно быть выше, ни ниже. Вы же можете подписаться на мой инстаграм. Просто пиарюсь я просто как могу. Не, в смысле, прям растешь, не только вверх растешь. Давай инстаграм.
Завтра подпишусь. Если до завтра будешь, не знаю, помню. Мой ник. И звонил, отчитывался. Он звонил и говорил, что придет сегодня, потому что он сейчас в автошколе. Инста в профиле, да. А, да, ну просто не знаю. И завтра прямо тут и прямо сейчас. Вообще-то ссылка есть в профиле. Я знаю, но почему-то, когда я говорю, что ссылка есть в профиле, что люди все равно спрашивают, напиши сюда, и типа... Парень есть? Есть. Пи-п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 и. Ну всё, все хуй. Почему? Ну его зовут... А, не психуй. Его зовут не Сергей. Ну, точнее, если бы он жил в России, то, может быть, да. Но его зовут вообще Серджо. Серджо Рамос. Просто сер. Главное, что окончание ники. Полетели подписки. Ну, одна точно. Почему одна? Я давно уже. Что? Чего? Ты хочешь сказать, ты на меня подписан? Тот человек, который скрывается, и вообще непонятно кто, откуда знает, что я была на Копчегай, и что вообще такое Копчегай? Года два назад. Вот. Я спокойна. Только на вы к нему не обращайся. Ноготки клёвый. Спасибо. Нет, серьезно, на самом деле это бесит. Просто я не знаю, вообще-то это около Алматы. Дыши, иди. Кто понял, тот понял. Копчегай возле Алматы. Ого, это возле Алматы, что ли? Я не знал. Скажи, пожалуйста, а откуда вот ты? За? И как тебя зовут? Можно узнать? Пожалуйста. Мне кажется, это все вранье. Я не верю. Где я что делала? В Копчегае, в Алмате, там, конечно, вру. Пожалуйста, серьезно, кто ты? В Копчегае живет моя бабушка. Вообще левый человек. Никогда вас не видел и не знал. Так. С чему мне верить?
Как догадали твой возраст? Угу. И что дальше? Гадали мой возраст, я жду. Что было потом? Мы угадали мой возраст. И сказала, что ты там младше Крисна, столько ты зашел в ВК до нее и все такое. И ты мне хочешь сказать, что полгода ты мне мурыжил мозги, что ты меня знаешь, и ты знакомый, и все такое, и ты тупо узнал. Что копчегай туда-сюда, там это то, так это, и все, все это время просто мне вот так вот. Я думал, ты плачешь. Ты чё? Мне показалось. В смысле пару трансляций? Это вообще-то было, не знаю, месяца 4. Тебе кажется, это было не пару трансляций. Пау. Пара-па-па-па. Заходишь. Неправда, я нередко сюда захожу. Ну тогда ты можешь сказать, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда ты. Макдоналдс. А, Макдоналдс, как я это прочитала. Я чё, пара-па-па-па сказала?